20 октября в торговом доме «Библиоглобус» состоялось очередное заседание нумизматической гостиной, темой которого стали античные монеты. В начале ведущий вечера Андрей Анатольевич Петыгин поприветствовал гостей встречи, выразил надежду на то, что встречи клуба станут доброй традицией. Затем предоставил слово Егорову Андрею Валентиновичу, темой выступления которого стал обзор серебряной чеканки силикона в классический период. Следующим взял слово Плаксин Сергей Георгиевич. Он рассказал о деньгах в произведениях античного искусства. Свой рассказ докладчик сопровождал демонстрацией различных изображений монет и денежных знаков. Завершающим стал доклад Кузнецова Владимира Юрьевича на тему использования термина «фолис» при обозначении монет Римской империи IV века. Владимир рассказал о путанице в названиях римских монет, которая вызвала бурную дискуссию среди аудитории.